И вдруг в одночасье он принимает решение, что он поедет учиться в Китай. Вы знаете, я сначала несколько была, честно говоря, ошарашена и озадачена таким решением, потому что все-таки человек, который 2,5 года прожил в Англии и учился там, причем учился очень хорошо, и вдруг принимает такое решение. А потом я поняла его мудрость. Все-таки молодые ребята нынешние, они мудрее нас. На самом деле, за Китаем, наверное, сегодня будущее. Это очень важно для нашей страны, это стратегический партнер сейчас нашей страны, это одна из самых крупных держав в мире. И, безусловно, это великолепно, если ребенок будет владеть в совершенстве китайским языком, узнает эту, безусловно, богатейшую культуру этой страны, древнейшую культуру, будет знать менталитет этой страны. Соответственно, и его будущее, которое и за Китаем в том числе, да, ну что мы говорим, в общем, что скрывать, да, Китай мощнейшими темпами развивается, и, безусловно, наверное, за ним будущее. Поэтому это здорово, когда наши дети имеют такую возможность отучиться в этой стране, узнать язык, культуру, менталитет, и, конечно, в будущем это, безусловно, очень сильно поможет, и я знаю, что ребята, которые знают китайский, английский язык, наши казахстанские ребята, сегодня очень сильно востребованы на рынке и даже гораздо больше, чем те, которые просто знают, например, английский или любой другой европейский язык. То есть китайский язык уже прибавляет значительно как для карьеры, так и для, безусловно, денежного эквивалента, ну, нынешнего студента, будущего специалиста. Так что я считаю, это здорово, и здорово, что есть такая компания China Study, которая совершенно грамотно все правильно организовывает, и, в общем, ты отпускаешь ребенка совершенно спокойно. Так что это здорово, спасибо большое.